подписчикам привет. Сегодня будем собирать теплицу Уральская VIP 3х6 на таком брусе с перегородкой. Пока приехали, разгрузились, приступаем к монтажу. Каркас теплицы поставили, закрепили к основанию. Все выровняли. Сейчас будем крыть теплицу поликом. Полик вот. Покроем, прокрутим. Что у нас тут будет? Подвязки, автоматы, форточный блок. Работы еще хватает. Завершился у нас монтаж. Напоминаю, строили сегодня теплицу Уральская VIP 3х6 с перегородкой, которая делит на 2 и 4 метра теплицу. Каркас теплицы из профильной трубы 20 на 40. Также есть труба 20 на 20. Покраска полимеропорошковым способом. Цвет шоколад. Вот мы начали с маленького отделения. Здесь у нас цельная дверь. Пойдем в большое. Форточный блок видим сразу. Форточный блок на термоприводах. С этой стороны у нас дверь с форточкой. Тоже на термоприводе. Диагональные усилители. Все стоит на брусе. Брус 100 на 100. Пропитан, закреплен. Есть система подвязки, 4 нитки, расположена согласно будущим грядкам. Поликарбонат 4 мм, 0,7 плотности, торцы защищены торцевым профилем. Также по периметру торца установлен резиновый торцевой уплотнитель. Вот такая вот отличная, красивая, а главное очень прочная и надежная. За счет формы на этой теплице не лежит снег. Вот такая отличная теплица у нас получилась. А у меня на этом все. Ставьте пальцы вверх, задавайте вопросы, пишите свои комментарии. Всем пока.